Здравствуйте, дорогие наши друзья, подписчики. Так, продолжаем наши уроки по судоку. И следующий наш урок будет немного усложнен тем, что мы переходим, во-первых, на цифры. Во-вторых, мы раскрываем не 6 фигур, а только 5 фигур. И вот на одной из линий у нас появляется еще одно. Да, цифры. Еще одна неизвестная, не только неизвестная на последней линии, но и средней линии, первая неизвестная. Так, АБ, ну-ка догадайся, что здесь будет? 3. 3, каким цветом? Красным. Красным? Молодец. Правильно, да, нет. Так, следующий. Цвет плота. 1. 1, молодец. Так, молодец. Так, следующий. Здесь 2. Подумай внимательно. А, 2. Здесь 2, да. Так, видите, разные цвета уже помогают детям хорошо ориентироваться в судоку. И последний. Что нам осталось? 3. 3. Детям это очень интересно и... при том, что развивает их хорошо логику. Спасибо за внимание. До следующих уроков.